Всем привет, дорогие друзья! Не прошло и полгода, как наконец вышла вторая часть по этому заработку. Признавайтесь, ждали? Нет. Расскажу сразу про наш маршрут. Тут есть два варианта: ехать через Емшево и через Корнуково. В одиночной игре я проехал их оба, со срезами и без. По итогу выяснилось, через Корнуково ехать быстрее, а значит выгоднее. Соответственно, едем по нему. Ну ладно, не буду тянуть, начинаем. Опять же, после приезда на метку телепортируемся в гараж. Теперь мы выяснили, сколько же можно заработать. Но все же, к сожалению, в действительности, получится заработать меньше денег, учитывая телепортацию в гараж и штрафы за превышение скорости, мы получаем немного меньше денег, чем могло бы быть. Ну что же, наконец эта эпопея с чайками закончилась. На этом все. Всем удачи и всем пока.